«Милые бронятся, только тешатся» – это устойчивое выражение точно не про следующих героев. Бытовые ссоры встречаются во множестве семей, но не все они заканчиваются поножовщиной. Сожитель обвиняемый отобрал ее телефон и отказался возвращать. На помощь подоспела мать правонарушительницы, но потерпевший ее просто оттолкнул. Терпеть такое отношение к себе обвиняемая Китина была не намерена. Стараясь защитить себя, мать и вернуть свое имущество, она схватилась за нож. Нанесла 3 удара – один в живот, 2 в спину. Было установлено в ходе следствия, что в апреле 22 года Китина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим знакомым Ивановым, в ответ на его противоправные действия, нанесла ему ножом 3 удара, то есть 1 удар в живот и 2 удара уже в спину, чем причинила ему тяжкий вред здоровью. В своей апелляционной жалобе осужденная Китина оспаривала данный приговор, указывала на то, что у нее не было умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему. Показания свидетелей и заключения судебно-медицинских экспертов говорили об обратном, что обвиняемая отдавала отчет своим действиям и умышленно вонзила нож в спину своему сожителю. Сыграл и аморальный образ жизни. Женщина стояла на учете в наркологическом диспансере, нигде не работала, часто выпивала, имеет 3 детей, 2 из которых проживают с отцами, но воспитанием и содержанием всех отпрысков она не занималась. Суд признал Китину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.